Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографией. Франсуа Жерардон. Французский скульптор эпохи большого стиля, золотого века французского искусства второй половины 17-го столетия, времени правления короля Людовика XIV. Я цитирую Википедию. Родился в Труа 17 марта 1628 года. Отец был литейным мастером, и сын получил образование столяра и резчика по дереву. Художественные способности Франсуа привлекли внимание канцлера Франции Пьера Сигье, выдающегося мецената, который устроил его работать в скульптурную мастерскую Ангье, а позднее послал для дальнейшего обучения в Рим. В 1648-1650 годах Франсуа Жерардон учился в Риме у гравера Филиппа Томасона, а также в мастерской прославленного архитектора и скульптора итальянского барокко Джованни Лоренцо Бернини. Он был поражен мощью и экспрессией этого стиля, но в дальнейшем его взгляды на искусство эволюционировали, и сохраняя элементы барочного мышления, индивидуальный стиль Жерардона все более тяготел к классицизму. Вернувшись в 1651 году в Париж из Рима, Жерардон сразу же снискал расположение первого живописца короля и руководителя всех строительных предприятий Шарля Лебрен. В результате у него появилось множество заказов, которые он выполнял с большим техническим мастерством. В 1657 году стал членом Королевской академии живописи и скульптуры в Париже. В 1659 получил должность профессора, а в 1674 стал адъюнктом, помощником ректора. В 1690 году, после смерти Шарля Лебрена, Жерардон был назначен генеральным инспектором всех королевских скульптурных работ. В 1695 году стал канцлером Королевской академии. Всю жизнь Франсуа Жерардон был уверен идеологии и эстетике большого стиля эпохи короля Солнца Людовика XIV, главной особенностью которого было импозантное соединение элементов классицизма и барокко. Умер в Париже в тот же день, что и король Франции, 1 сентября 1715 года. Вот так из Википедии о французском скульпторе эпохи большого стиля, золотого века французского искусства второй половины 18-го столетия, времени правления короля Людовика XIV, Франсуа Жерардон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.